был способ избежать войны в Карабахе, отдать все семь регионов без каких-либо предварительных условий и отдать половину Карабаха, включая Шушу. При этом оставить судьбу оставшейся части Карабаха неопределенной. Как передает Ахарас со ссылкой на новости Армения, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Однако именно это было ценой. Мы посчитали, что необходимо бороться, что не должны сдаваться. Нас обвиняют в том, что мы заявили новая война, новые территории. Теперь в интернете появилось видео, где в 2016 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян сказал, что в случае нападения Азербайджана он потеряет еще больше территорий. Фактически, нас обвиняют в формулировке, авторами которой являются они сами. Отметил Пашинян. По заверению Пашиняна, Тер-Петросян когда-то посоветовал ему на то, что формулировки «Карабах» — это Армения Пашиняну не следовало делать. С его точки зрения, он прав. Потому что, по его мнению, Карабах — это Азербайджан и точка. Если они считают, что Карабах — это Азербайджан и на этом все, то мы с этим не согласны. Заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.